Привет. Займёшь тачку? Нет. Я видео снимаю. Паша ест что-то. Я думала, Ксюша галопом поскачет. А она не поскакала. На видео снимаю. Я фоткаю. Да, Ксюша, я фотку, как ты вещи собираешь. Да все, да отстань. Надоело. Чё ты видишь-то? Я фоткаю тебя и себя. Все. Ты решил засрать всю память? Ну да. А я ем сахарочек. Вся в мехах. Сахарочек. А ты у тебя нету шубы, а у Майка бы нет. Ты что делаешь? Нет, ты нет. А что я удивляюсь, почему ты не даю тебе камеру? Это ютусик наш, пупсик. Подожди. Давай рекламу чуда. Чудо. Самый вкусный йогурт. Покупайте. Всем привет! Сейчас я вот эту кобылу соберу, и мы поедем в Максимум на соревнования. Кубок юности Москвы. Вот. Еду я только с Хубэй, потому что в прошлый раз ездил ласт. Она смотрит, как они там грузят в камеру сцену. А мы сейчас будем играть вот эти дорожники, а вот эти дуги. Ну, это очевидно, я думаю. Кобыла! Чё? Ты готова к поездке? Я готова. Люки закрой. Люки? Да. Одной ей хватит. Мне не закрыть. 6.5 hours later. Мы приехали, и мы стоим в летней конюшне, которая мне нравится больше, чем та. Да, кобыла? На. Вот, мы решили, что вещи будем оставить здесь, потому что все равно как бы, ну, никто не стоит. И думаю, чинить это во время сырья никто не будет. Тут вещи-дорожники. Ну, кронштейн я что-то повесил. Вот, ложки. Это наши вещички. Сейчас мы их будем разгружать. Да, папочка? Да! Че, давай, не ори. Да. Так, ребят, мы решили, что мы хотим поездить. Но сейчас я бегу в бриджах, потому что других у меня нет. И сейчас я как бы поставила съедобочный бокс, но у меня нет этого чёма, в этом-то вся и проблема. Вот. Но постараемся разрубить эту киповой веревкой. One hour later. Ну что ж, что я могу вам сказать? Мы потренировались. Попрыгали стенку. Все там, что было, все попрыгали. Вот. На стенку первый раз, когда заходили, случился такой казус. Кобыла такая едет, едет, и такая, ого, нифига себе, стенка. Постояла перед ней, потом второй раз зашли, все нормально, третий раз зашли нормально повыше. В общем, в принципе, все нормально, по управлению нормально, правда, из-за... иногда мы заходили на барьеры, было много очень лошадей, она нервничала, я не поняла, что делать, и не очень хорошие прыжки получались. Но, в принципе, в конце вот вообще все хорошо, так что нормально все. Знаете что? Ой, Господи. Ой, меня видно? А, привет. Знаете что? Передайте привет. 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 Это Света, а это Юля. А это Хвостик. А это Женя. А это какой-то песик. О, на это желтый шлем. Желтый шлем. И рядом черный. Это, короче, да, и шкаф. Туда наверх. Вон еще наверху. Не-не-не, вон еще наверху. Да, вот эти две полочки тут наши. Кошмар. А это свинка папа. Тут у всех можно сказать, что пусто. Да, мы, да, я уже даже второй шкаф занял. Только еще. Женя, ты иди. Давай. Все нормально. Влог во влоге. Все нормально. Где тебя ничего не видать? Ну извиняйте.
А, другой ногой смотри. Ой, дурилы. Тина, нельзя это трогать. Это нельзя трогать, это фу. О, давай, дай 5. Дай 5, хорошо. Угу. 5. Дай 5. Да ладно, она тебе дала, сейчас сожрет весь торт. Надь, забирайте. Потом мы заберем. Ну давайте собакам отдадим. Ты что, совсем что ли? Может отдать собакам? Да что, там много? Не надо. Да блин, это много. 2 hours later. Так, сейчас мы идем кормить нашу прекрасную лошадь. А до этого я сидела в номере, а еще до этого я общалась со Светой. И Юлей, вот, у них есть свои блоги, поэтому мы подружились еще в интернете, еще до этой встречи, и вот сегодня пообщались, пофоткались, поснимали видосы, покушали, и вообще просто лошадки у них милые. И сейчас мы идем кормить, вот у меня, ну блин, не видно, вот у меня Тина тут на поводке вообще, а сзади там еще Женя где-то, Женя, Жень! Тут вообще никого. Так вот лошадки. Лошадки. И наша... Спит. Нет. Еще не вскочила. Приятного аппетита, лошадки. А там кто-то орёт. Мне очень интересно, кто это. Кто тут так орёт? Он орёт. Я орёт.